Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь 9 нестандартных способов использования фена. Для выпечки. В случае, если пирог подгорел и достать его из формы сложно, просто прогрей ее дно с помощью фена. А если глазурь ложится неровно, возьми фен и включи режим с теплым воздухом. Хорошо прогрей ее, а затем используй холодный воздух, чтобы она стала гладкой. Для поддержания температуры компресса. Если ты поставил теплый компресс и тебе нужно поддерживать его температуру, тогда тебе поможет фен с режимом горячего воздуха. Для отклеивания пластыря. Чтобы легко снять пластырь с кожи, нагрей его перед этим теплым воздухом. Для очистки зеркала. Если зеркало в ванной запотело и покрылось разводами, просто направь на него фен и прогрей. Пятна исчезнут в них. Для удаления застывшего воска. Для того, чтобы удалить воск любой твердой поверхности, просто прогрей ее феном. Для экспресс-сушки ногтей. Многие знают об этом способе, но мало кто пробовал, а ведь он работает. Если ты спешишь куда-то, высуши лак на ногтях с помощью фена. Воздух не должен быть горячим. Для подгонки очков. Если очки немного спадают, включи фен на полную мощность и прогрей дужки. Они станут мягкими и податливыми, и ты сможешь их подкорректировать. Для снятия поклейки. У тех, у кого есть дома дети, иногда появляются новые наклейки на мебели. В таком случае, направ горячий воздух из фена на нежелательный стикер, потом легко отклей его от поверхности. Для удаления следов от карандаша на стене. Детское творчество можно также удалить со стены с помощью фена. Подогрей им разрисованные участки и хорошо протри тряпкой. Это не все способы использования фена в необычных, но полезных целях. Создавай свои собственные варианты применения и пиши о них в комментариях. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.